семьи, дети. И приятно, что вот вместе с вами мы чувствуем так же вот на этой земле и смотрим на мир такими же глазами, как и вы. Слава Богу, это очень важно. И хотеть песни спеть, которые про нас, про всех женщин. Альхамдулилля. На сочинение песни о Московской области, и мы тоже подключились на слова нашего земляка, жителя Московской области, Ахметдулы Кутюшева, мы тоже сочинили такую песню о Московской области. Сейчас мы исполним, потому что я сама проработала больше 20 лет в Московской областной филармонии, и звание там заслуженной артистки России получила, поэтому мне очень все это близко. Вот, мы все заняты одним делом, малагашка. Песня Московской области. Thank you.
Девушки, но хочу объявить мужчину. Иди, вы знаете,